И вообще таких мест должно быть много. Я вам все-таки рекомендую приехать в салон Best Auto на улице Магнитной, 111. Для того, чтобы и машину продать, и машину купить. Кстати, насчет продажи машин. Если у вас что-то не получилось, и вы постоянно тратите денежки, да, попробуйте. И, возможно, вашу машину здесь и выкупят. Но помните, да? Стремление дорого продать машину. Стремление не для нашего дня. И вы просто подумайте, сколько раз вы будете мыть машину и сколько раз платить. Вычтите 20 тысяч и продайте в раз. И место-то такое есть. Салон Best Auto, что на Магнитной, 111. Ну, посмотрю. Вы выбрали адрес по улице Магнитной, 111. Чем вот этот салон хорош? Ну, я первый раз сюда поехал. Ну, так видно, да, что машины чистые, ухоженные? Ну, хорошие. Хорошая машина. То есть можно себе что-то выбрать, да? Ну, можно. И вот так вот получается. Свежие машинки и недорогие. Кстати, можете и авто с небольшим пробегом здесь и купить. И, к слову, о кредитах. Ну, посмотрите на меня и поймите. И вот все мне говорят: Алексей, Алексей, что-то много у тебя машин. Я сейчас объясню. Машины, во-первых, я собираю. Во-вторых, все свои машины я купил, честно говоря, в кредит. И даже тот же Ford Taurus, на котором я езжу уже очень-очень давно, я также купил в кредит, потому что я поменял машину, купленную в кредит, на этот автомобиль. Представляете, да? У меня была Волга, я еле-еле выплатил кредит и сразу ее поменял. А так никогда денег-то столько-то и не было. Вот. Все остальное также все куплено в кредит. И джип у меня был в кредите. Я, правда, его потом отдал. Вот. Все остальные машины, и Линкольн, и первый, и второй, то же самое. Понимаете, да? То есть, к слову, кредит я отношусь, в принципе, нормально. Я бы сейчас бы тоже денежки взял в кредит, но проблемка вот в этой стороне. Не хочу никого подставлять, поэтому, сори, не получается. А так бы, пришел бы здесь, на Магнитной 111, взял бы себе машинку в кредит. Ну, к примеру, вон взять Фокуса нормального, там много машин за моей спиной. И едь. Да, к слову, я накатался и ездил на самых дорогих машинах, запущенных в серию. Так вот, за 600-й пришлось платить. И за джип, и за Линка, и за Ниссана. Так что, сори, в большинстве случаев я не доедал. Но эта суть-то была моя. Кстати, о птичках. Любой новый автомобиль в кредите или в лизинге. Так что лучше в кредит взять его здесь же, на Магнитной 111. То есть, кредиты – это полезная вещь. Но кредиты еще и здесь, на улице Магнитной, 111. Что это такое? Для кого вы даете кредиты? В нашем автосалоне предоставляется кредит для всех, абсолютно, даже потребительский. Если, допустим, у вас не хватает те же 100 тысяч, вы можете прийти к нам, подать заявку, мы оформим вам кредит потребительский. Также автокредит, если вы приобретаете даже автомобиль у своего соседа, но у вас не хватает денег, вы также можете прийти к нам на Магнитную, 111, подать заявку и оформить кредит на автомобиль. Я просто объясняю людям, что кредит – это нормальное явление, да? Абсолютно. Только не надо влазить в странные товарищеские отношения. Абсолютно все верно. У нас все проверяется, и автомобили проверяются на наличие арестов и тому подобное. И, соответственно, мы работаем со всеми банками в городе. Про интернет помните? Ну а как иначе? И здесь есть своя строка, и здесь есть автомобили. Но в отличие от 99% интернет-ресурсов, вы то, что сфоткано, не увидите. А здесь все гораздо проще. Машина понравилась, так приехали и посмотрели. Понравилось сильно, так здесь же на Магнитной 111 взяли в кредит и уехали. Вот Магнитная 111, вы сюда приезжаете, здесь удобно машины приобретать? Вообще очень удобно. И видно, что машины ухоженные, чистые стоят сразу. Ну, есть выбор, конечно, посмотреть, что выбрать. Ну, и продать удобнее намного. Машина стоит в хорошем месте, как бы закрытая, не на улице, грязь на нее, ничего. Все можно выбрать, и все как бы удобно для этого салона. Очень приятно, да, то, что оказывается, машины не на улице, а в городе? Да, конечно, что не на улице. Ты ее поставил, например, неделю постояла, надо мыть, все ухаживать. Здесь машина всегда, видать, прям все ухоженное. Ну и пыль, естественно, ничего не попадает. И все же это место проездное очень. А найти-то очень просто. Здесь начало и конец левобережной части Казачьего перехода. По сути, в принципе, все знают, но не знают телефоны. А вот от нас телефон и адрес. И приехать сюда можно каждый день. И вот вам я объясняю, где вы можете машину свою купить или ее продать. Магнитная 111.
прямо вот за моей спиной торговый центр Best Auto. Взяли себе машину или продали ее? Кстати, если вы хотите взять машину, то почему бы и не в кредит? Потому как во всем мире автомобили покупаются в кредит. Это только у нас было что-то такое. Но во всем мире необходимо покупать бэушные автомобили. Так они здесь и есть. Поэтому приезжайте, покупайте супермашинку.